Бюджет социально направленный весь. Мы на год его обсудили. И, все вопросы, все программы социальные в нем отражены и заложены. Я думаю, они будут иметь мультипликативный эффект. Хотелось бы, чтобы это было именно так. Поэтому сегодня на фракции мы все эти вопросы прорабатывали и обсуждали. И вот отголоски вот этих вот нужд простых людей, граждан, они сегодня вот воплощаются в том, что люди приходят уже непосредственно каждому из депутатов доводят свои чаяния. Ну, вопросы все те же. Квартиры, пособия, инвалидность, работа, кредиты в банках, ну, разного плана. Материалы или продукты, или... Да, абсолютно спокойно. Не привлекая там ни... Мы поручим, чтобы он нашел вот эти организации, которые занимаются. Через вот общественников, они очень хорошо работают. Тоже? Все правда.